Новый год – это пора подарков и сюрпризов. Это ожидание чуда, которого мы больше всего ждем, в которое мы верим, и счастье переполняет наше сердце. В преддверии всеми любимого праздника сотрудники Дома культуры Силана Тербова придумали весьма необычное поздравление. Сегодня работники культуры решили поздравить все организации населенного пункта Силана Тербова с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, удачи, и каждый из нашего знака зодиака скажет хорошие, добрые слова. Мы пойдем сейчас в администрацию, в школу, в амбулаторию, в пансионат для престарелых. Везде покажем свои концертные номера. И, конечно, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Первым объектом этого замечательного мероприятия стала Натырбовская общеобразовательная школа. С наступающим вас Новым годом пришел поздравить коллектив Натырбовского дома культуры. И, конечно, слово передаем Деду Морозу. 2020 год по сугробам к нам идет. С Новым годом поздравляю. Всем здоровья вам желаю, чтобы встретили все праздник очень весело, прекрасно. Чтобы Новый год привез радости, тяжелый воз. Чтоб подарки подарили, каждый день году был ярким. Чтобы успехов было, он сбылся каждый добрый сон. С двадцатыми мы провожаем, а сыну сытным обедами. Полночь мышь уже встречаем с новыми победами. Новый год пусть дает богатство и здоровье крепкое. Преданных друзей и братства также счастье цепкое. Ой, конечно, Снегурочка. Да, разрешите мне еще поздравить вас. И еще вчера в наш дом вошла свинья. Но время как-то тянется не слишком. Уже спешит доспехами звеня год високосной белой крысы. Пусть в добрый путь отправится свинья. Дай Бог ее не раз встречать нам снова. Ну а пока мышиная возня пусть принесет всем счастье и здоровье. Пускай растет доход, семья и прыть. Пусть в доме даже плинтус станет выше. Веселых дней и яркой мишуры. Всех поздравляю с Новым годом, мыши! Привет! Я веселая, добрая крыса. Я очень спешила и хотела, как мыша. Должна решить непростую задачу. Доставить подарок большую удачу. Второй мой подарок – огромный успех. А третий – веселый и радостный смех. Я все вам сейчас это вручаю и во всем целый год помогать обещаю. Ну, а у нас провожает год наша свинка. Крыса, моя новая подружка, поджидает у дверей. Агрессивнее, чем я, хрюшка. И живее, и хитрее. Пусть подвижность даст здоровье. Хитрость даст, успех в делах, чтобы получить с лихвою то, что свинка не дала. Обещаю. Проводим радостно свинку на долгих 12 мы лет. Для крысы без всякой заминки закатим крутой мы банкет. Год крысы примчался, сменив год свиньи. Подарки принес вам, сюрпризы свои. Подул ветром счастья и вихрем удач. Пусть год будет мудрым в решении задач. Пусть вам он подарит здоровье, успех, идеи и планы, веселье и смех. Пусть месяц за месяцем, пусть каждый час любовь наполняет и радует вас. Семья здорова будет путь, в делах сопутствует удача. Тревог пускай исчезнет груз, финансы никогда не плачут. Ну что, уважаемые наши работники образования, здоровья вам! А змея вам желает под Новый год, чтоб был веселый у елки хоровод. Вашим детям здоровья, а внукам еще больше всяких-всяких сладостей. На Новый год исполнение желаний. А еще вам, конечно, успехов в работе в новом году. Послушных детей. Пусть они будут самые умные, как вы. Наступаем!
Дедушка Мороз. Сказал. Счастливо вам! Далее путь артистов лежал в ФАП, пансионат для престарелых и администрацию поселения. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.